3 июня. Ячмень, сорт паустиан. Соседний Маргарет. Паустиан. Различные нормы высева. 5 миллионов. Очень мощный. Он и по развитию немножко опережал Маргарет. Дня на 2. 4,5 миллиона. Так особо нет болезней. Нижний ярус, конечно, страдает, но 4,5 миллиона. 3,5 миллиона. Два. 2,5 миллиона, 125 килограмм на гектар. Ну, честно скажу, очень густое. Мне даже кажется, что я ошибся. Сейчас начинаю считать. Нет, все правильно. Все правильно, все верно. Паустиан. 2,5 миллиона. Вот сейчас сорву кустик. Вот на 2,5 миллионах 6 стеблей. Ну и есть как бы... Да, 6 стеблей. Более развитых 6. Ну и здесь то же самое. Потому что есть те стебли, которые уже... от которых растение отказывается. 1, 2, 3, 4. Ну вот, это 1,5 миллиона. Что-то я сам даже как-то не верю в это. Но это действительно 1,5 миллиона. Да. Ну, очень такой. Раскустился прям классно. И 5 миллионов. Это следующее уже повторение. Полтора миллиона. Это получается норма высева. Где-то 75 килограмм. Честно скажу, сам не ожидал. Не ожидал такого. Потому что иду сейчас, это средний фон по питанию. Иду сейчас к фону такому, без удобрений. И без удобрений сразу видно, что это 1,5 миллиона, да, действительно. Действительно, как бы без удобрений есть просветы. Ну, предшественник здесь, конечно, ячмень по ячменю. Паустиан. Третье июня. На данный момент это 1,5 миллиона. Норма высева 1,5 миллиона штук на гектар. И 5 миллионов. 5 миллионов, конечно, очень такой густо выглядит. Очень густо.